рок-н-ролл – это вам не хип-хоп, говорит Виктор Яуфунтан. Его ученики привыкли совсем к другим движениям. Мы делаем стопа натянута остро. Бум, обратно. Бум, обратно. Подростки напряженно смотрят на тренера. Для них главное – запомнить последовательность движений. Но изначально рок-н-ролл – танец беззаботный и зажигательный. В конце 40-х, начале 50-х два самых популярных стиля музыки в США – ритм-н-блюз и кантри – слились в одно целое. Рок-н-ролл – это четкий ритм, быстрый темп и раскованность исполнения. Молодежь хотела что-то свежего, никто не хотел, как и вы, наверное, тоже, да, все время было строго ходить. А музыка была такая очень раскрепощенная, там девочки надевали юбки, у них там было куча подъемников, они вращались, все там иногда задиралось. Пришло время заразить этим танцем и горожан. Твист – это тоже часть рок-н-ролла. Вот когда мы с коленочками, помните, берем один окурок, бросаем, одна ножка, потом другая ножка и две вместе. И вот так. Как Моргунов учил в фильме, так и танцевали раньше. Классный танец? Классный, конечно. Вот такой вот танец. Ну, танец понравился? Да, понравился. А когда-нибудь танцевали такой? Нет, не пробовала. Домой придете сегодня, покажете своим домашним? Да. Честно, обещаете? Обещаю. А если мы проверим? Да, я даже фильм пересмотрю. В общем, дети танцуют, бабушки танцуют. Я тоже хочу научиться. Витя, учи. Сейчас я покажу тебе еще одно основное движение. Называется это кик. Бросать ногой, смотри. И хоп, замахнулась. Хоп, замахнулась. И... А дай быстрее. В общем, рок-н-ролл – это несложно, весело. Учитесь танцевать его. Ася Касьянова, Жаргал Цариндашиев, новости дня. Что с руками?